упаковочка. Valve Index. Пришло в коробке такой, ну, дополнительно еще. То есть это как внутри. Steam. Оригинальный у них здесь. Так, с другой стороны не откроешь. Коробочка красивая. Немножко мятая, но красивая. Открываем. Оп. Эля. А здесь базовая станция Steam VR. У нее маленький мини-подключение, да? Проводы тоже есть. Как так? Так, здесь есть. Здесь крепеж. Здесь есть крепеж, но, видимо, снизу, да, можно ставить снизу или на стену, да, скрепить. Здесь есть дырочки на нем, да, то есть можно сюда болты вкрутить, если на стену крутить. Здесь есть еще коробочка. Коробочка у нас переходник и зарядное устройство. Лен поймет, что. Здесь еще коробочка. Так, само. Ну да, это сюда подходит. Блин, запихали. Как ты умудрился запихать это? У меня так не получается вытащить. Короче, не факт, что нам нужно. Книжечка. Здесь проводочек, да? Значит, вот так лазит. Хочется не верить в это. Блок управления. А, то есть отдельный блок питания. У него какой-то есть еще. 12 вольт. Valve VR Base Station 2.0. Ну, это стоит, если в еврох, то 159 евро я брал у них. То есть вместе с доставкой, вместе со всем. Если посмотреть у конкурентов, то, в принципе, нормально. Но это потом надо будет снять. Ну, вот как-то так подключил, куда-то там установил. Я, как понимаю, мне объясняют, что... Ее можно одной станции достаточно напротив шлема, чтобы он, ну, например, на моей платформе, да, отслеживал. Только куда мне поставить, это я еще придется разобрать. Ну, то есть посередине, либо к стенке туда как-нибудь поставить. Немножко сбоку. Ну, к стенке проще, наверное. Может, на телевизор накрепить. Ну, на монитор этот. Ладно, всем спасибо, до свидания. Так, еще включение. Здесь были болтики. И вкратце, как подсоединяется, да? Ну, типа, здесь не написано, что он компьютер должен подсоединяться. Не нарисовано, да? Здесь на разных языках эти... Хорошо, на каком еще есть.
тряпочка. Макулатура. А вот самого провода в разы мини его не было. 12-вольтовая база, по идее. То есть все по базе.